17 октября уже вечером в микрорайоне Северный рухнула железобетонная балка на строящемся путепроводе на улице Авиаторов, который соединит Советский район с Северным шоссе. 60-тонная конструкция длиной в 33 метра обрушилась на железнодорожные пути. При падении балки один рабочий погиб, другой с травмами доставлен в больницу. Железобетонная конструкция разломилась на две части и оборвала электросети на железной дороге. В настоящее время проводится служебная проверка. Есть подозрение, что это был производственный брак, в результате чего произошла такая трагедия. Окончательные причины ЧП должна установить экспертиза.